В региональной общественной палате обсуждают, как укрепить семейные ценности среди молодежи. С инициативой создания целевой государственной программы выступил член ОПКО Григорий Сайфуллин. Разработка проекта продолжается, и он уже представлен губернатору. Валентина Палкина с подробностями. С семьями в Кировской области работают самые разные учреждения. Проводят фестивали, спортивные состязания и даже фотосессии. Поделиться рецептом семейного счастья могут многие, и их опыт будет полезен молодым. Инициаторы госпрограммы по укреплению семейных ценностей считают, что необходимо объединить работу всех заинтересованных сторон. Мы понимаем, что объективно, пусть не сегодня, но в следующий год мы должны прийти, тем не менее, либо к департаменту семейной политики, который есть в других регионах, в Московской области, в Якутии и в других регионах, и это позволяет доказывать свою эффективность и скоординировать всю деятельность. Я сейчас покажу обоснование, почему мы считаем нужным именно департамент. Либо хотя бы ставку одного специалиста. Это предложение сформировано в ходе обсуждения новой программы. И если департамент семейной политики не будет создан, ничто не помешает начать реализацию отдельных направлений проекта. Первая задача – это мотивация молодых людей на создание семьи, снижение попутно числа сожительств. Вторая цель – это мотивация на укрепление этой семьи, то есть поддержка и развитие семейных отношений в молодых семьях и снижение числа разводов соответственно. И третья цель – это повышение рождаемости и снижение числа детоубийств, абортов. Поможет ли в этом областная целевая программа, которую предлагают разработать? Вопрос спорный. Потенциальные родители должны быть уверены в своем завтрашнем дне. И тогда молодым будет гораздо легче принять решение о создании семьи. Валентина Палкина, Денис Тружков, Вести, Киров.